Здравствуйте, друзья! 15 января. А посмотрим-ка мы еще одну квартирку в этом домике в районе Сан-Блас. Подошли, и Алекс Язовский, риэлтор из Аликанте, с новогодней улыбкой расскажет вам об этой квартире. Квартира находится на втором этаже, всегда, я говорю по-испански, входит парковочное место, находится в очень хорошем районе, называется Сан-Блас. Как раз за углом парк, урбанизации, очень хороший район, детский садик с кафе, очень приличное место и хорошее за такие деньги. Идем посмотрим, друзья! А у тебя что еще есть ключи? Я думал, ты всегда только отмычкой пользуешься. Закрывается автоматически наша дверка. Опа! И мы обозреваем огромный холл, друзья. Здесь можно кататься на роликах. У нас еще есть лифт. Закрываться будет лифт. Нету. Лабиринт. Лабиринт. Потерялась. Сейчас не надо. Потерялась. Гадя хреново потерялась. Леша хреново потерялась. Секунду не нашли. К сожалению, в этой квартире нет света. Так, други. 90 квадратных метров. Квартирка под ремонт. Стены тоже можно, вижу, сносить. Дверь, видите, более-менее нормальная. Так, поехали. Красотка, кататься. Направо у нас. Направо хорошая кухня, большая плиточка. Можно оставить, вижу, в нормальном состоянии плиточку. Кухонка очень приличная, вы видите, метров, может быть, 10 где-то. Кухня совершенно новая, они ее поменяли? Да ты что? Здесь все совершенно новое, забито. Да нет, вот здесь вот шкаф. Просто верхнюю часть ее не поставили. То есть кухня новая, плиточка нормальная, холодильничек поставить там, что-то, вентиляторик. И из кухонки у нас дверочки здесь нету. Отличная кладовочка, кладовочка для барахолочки у нас здесь. Ой, у окошечки хорошенькие, беленькие. А что внутри? Опа! Красоту! Посмотрите, вы говорили, хотите, чтобы внутри патио было приличное. Ну разве это не приличное патио? Я не вижу никаких трусов и прокладок висящих. Ничего нету. Ну, вот, они обычно валяются. Ну, смотрите. А я пошел снимать дальше. Здесь включено парковочное место. И парковочное место мы сейчас вам покажем. Широкий, хороший коридор. Я считаю, что это широкий коридор. Направо пошла комната. Так, заходить не буду. Да, надо делать ремонт. Еще одна. Ох ты, какая ваннища. Нормально. Не буду заходить. Машина у нас стоит не очень красиво. Зал, зал, зал можно устроить здесь большие гулянки, большой зал. Направо еще комната, тоже не буду заходить. Окна надо менять, друзья. Окна стоят хорошие, 250 евро примерно. Так, не буду заходить. Так, понятно, да? И выходим еще на балкон. Ясно. Вот так выглядит. Видите, тоже каркасно. Можно стены сносить. Но интересно, вы поняли, да? Все комнаты расположены направо. Интересно, интересно. По своей ценовой категории нормально. Так. Что у нас здесь? И посмотрим. Вот мы стоим. Так. Только что я начинал отсюда репортаж. Внизу игровой какой-то детский центр. И виды. Пошли смотреть парковку, да, Леша? Парковку посмотрим. Пошли. Бежим, 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 бежим. Машина стоит не очень красиво. Мы решили сбросить жирок. После Рождества хорошего. А ты что, гуся ел, что ли? Я хуже вещи ел.
Мы гуся не ели в этом году. Мы вообще не едим. Я вообще молоко уже не пью, забыл. Ем, пью только воду. Ну, безопасно. Что здесь есть огнетушители. Ага. Вот я иду, и мне говорят, показывать почаще подъезды. Я лишь не знаю, я их постоянно показываю, как еще почаще. Я ж расписываю все, вот. Ну вот оно все. Ну что ж мне подходить еще показывать, есть ли пыльца на цветке. Идем, глянем парковочное место. Только повернули за угол, и вот она наша парковка. Разрисованная красавица. Быстро, быстро, быстро глянем и бежать. Ну что, нормальная парковка. 32 номер ищем. Чтобы быть объективными. Нашли мы парковочку, вот она, 32-я, к этой квартире. Все, 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 бежим, 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 бежим. Бежим, у нас самих машин утащат сейчас. Все, друзья, показали вам эту квартирку. Считаем ее достаточно приличным вариантом в районе Сан-Блас в этом городе Аликанте. Адьос, амигос!